Еще один день в чудесном Нью-Йорке. Я уже, как видно, привела себя в порядок и иду сейчас в метро на первый мой митинг в 10 часов утра. Так что немножко пораньше сегодня начали, на один час попозже. Я сказала пораньше, я имела в виду попозже. Мне надо купить эту сумку сегодня. Мне надо ее купить, потому что, в принципе, у меня отлет завтра утром. Но я думаю, я не знаю, я думаю все равно, если мне поменять билет на позже, я не знаю, если мне поменять мой билет на позже. Потому что как-то хочется остаться здесь попозже. И мне вот эта женщина, которая сняла мне квартиру, она мне разрешает бесплатно остаться еще один день. Так что и квартира просто шикарная, так что я не знаю. Было бы тупо уехать, но это временно. Я вчера позвонила, и они мне сказали, $300 стоит поменять билет. $300 я заплатила за билет туда и обратно. Чтобы поменять билет на позже, еще одни $300. Не знаю, если стоит этого или нет, но вот где я живу. Иду я сейчас на метро, чтобы не опоздать. Ах, парк. Красивейший в Нью-Йорке. Это Union Park называется это место. Это квартира, блин, сногсшибательная. И вот это дерево. Я хочу мужиков показать. Красота! Блин. Как всегда, мы сейчас пройдем через рынок. Потому что каждый раз я в Нью-Йорке, я прохожу этот рынок, и я такая, о май гад, рынок в центре города, как же круто! Рынок, который находится в Union Square. Это современный американский рынок. Вот эти вот велосипеды, это отличная идея на прокат их брать. Единственная проблема, это то, что каждые полчаса надо взять этот велосипед, надо его положить обратно в станцию. Если не вернешь, ты будешь не в хорошей ситуации, конечно, потому что будут у тебя чаржить деньги. Что я считаю вообще неправильно и неудобно, так что я не брала его на прокат. Вот это красиво. Молчи ты. Нью-Йорк в тумане. И в цветочках, и в кульках. Я, возможно, бешеная, потому что я настолько радуюсь, когда мне говорят, окей, Соня, у тебя свободное время, ты можешь гулять одна. Я такая, одна? Я? Гулять? Окей. Не знаю, я люблю быть одной и делать то, что я хочу, и гулять так, как я хочу. Мне можно идти или нет? Окей, ну у вас всех, ребята, побежала я. Сейчас я иду в офис к другой компании, фэшн-компании, или конкретнее они делают офигенные сапоги. И они меня заметили на Инстаграм, потому что я всегда их выкладываю, потому что я всегда эти сапоги ношу. Так что меня пригласили в их factory, фабрику. Так что иду я пешочком туда сейчас. Вот это всякие дизайны, смотрите. Это такие классные сапожки. Hello. Всякие материалы. What's your U.S. size, though? Yeah. This bit's really good. Sample the reboot. It's before we made it better. Right, without the... Yeah, without the high part and a couple other details. Mm-hmm. Would you ever rock a knee-high boot? That they have a factory. Right in New York. Get a lot of people going out. No, yeah, of course. Why, there's someone in there? I thought you guys are... No. Следующий митинг я иду с Armani Exchange. И он в Soho районе. Я обожаю этот район просто. Он такой модный и просто интересный. Последний митинг на день, и этот пиар-офис такой красивый, я просто балдею. Там одежда везде лежат, там конфетки. Короче, красота. Перепоследний. Я сделала еще один митинг после последнего, который вы видели, и мне дали коронку. Я сейчас иду по городу с этим ободком, и все на меня смотрят, особенно потому, что я держу сейчас камеру. Но знаете, в Нью-Йорке у меня такой аттитюд, мне просто наплевать. Здесь столько много людей,
что вот иногда, когда мало людей, меня это смущает, а когда много, я хорошо себя чувствую, свободно вполне. Так что вот сейчас какой-то дождь странно идет, такой как будто моросит, типа, я не знаю. Но я иду в магазин купить себе сумку, если она не распродана. Если она будет распродана, я не знаю, что я сделаю с собой. Заплачу. Милые цветочки. И вот такая парковка в Нью-Йорке. Брать метро в 6 часов, когда все возвращаются из работы, это жуть. Это ужасно. Так что мне надо было брать такси. Но все равно я приехала домой и поужинала. И сейчас работаю над новым постом для блога. Скажу вам что-то новое, если что-то новое произойдет. Привет, ребята! Сегодня мой последний день. Можно считать, что это даже не полный день. Куда я иду? Мне надо выходить из дома. Мы едем в магазин Club Marco. Мы едем туда, потому что они мне не дали правильный размер обуви. Я померила ее, сказала, окей, возьму вот эту пару, а на стол мне положили пару на размер больше. Как это получается? Я не знаю. Не спрашивайте меня, сейчас надо идти обратно на 5-й авеню, в центр города, чтобы развернуть, не развернуть, а отдать. Как их развращать идем. И потом после этого я иду к одному мужчине, который делает шляпы. Он делал шляпы для Джонни Депп, для всяких известных людей. И он, не знаю, двигается в фабрику. Типа, или магазин в Нью-Йорке. Так что пойду сюда потом, хочу остановиться в Whole Foods, пообедать что-то потом, хочу сейчас купить что-то попить, и все. Купила себе камбучу шиповниковую. Шиповниковый вкус камбучи. Иду в Club Monaco. Сегодня должно быть 26 градусов, и мне серьезно жарко. Как же приятно, блин. Нью-Йорк рулит. Вот где я сейчас гуляю. Вот Empire State здание. Такое огромнище. А мы там были, Санат. Вот это 5-я авеню. Здесь большинство людей просто туристы. Я извиняюсь, если очень громко, но очень много туристов, здесь очень много шопинга. И когда много шопинга, много китайцев. Китайцы или просто азиаты любят шопинг. Они приезжают в Нью-Йорк просто делать это. Или в Лондон. Что еще я сегодня заметила? Сегодня суббота. И сегодня все девушки ходят в кроссовках Nike, в тренированных одеждах. И ходят с зеленым соком, там, апельсиновый, а соки из овощей, короче. Они все такие здоровые и полезные сегодня. Еду сейчас в лифте до 6-го этажа для магазина шляпок. Я распустила волосы. Так жарко на улице, я потею вся. И после этого я пойду в центральный парк кушать замороженный манго. Не дождусь. Hi. Hi. Oh. Шляпы Рай. Girl, this is a perforating machine. So what it does, it perforates the... Oh, that's so cool. They're great. That takes a lot of effort. She's on the hats. Like what? Like textures. Oh yeah? Yeah. That's our Saint Germain. Hey Optimist. Центральный парк и обед будет у нас в парке. Это так грубо, когда приходят к тебе и говорят: «Женщина, ты хочешь пойти на тур Нью-Йорка?» Я такая: «Excuse me, я не турист, я местная». Они все стоят: «Приходите на наш тур». Парк офигенный. Я сижу в центральном парке. У меня опять куча мешков. Я не знаю, куда мне девать. Это все, у меня чемодан уже на полный. Это замороженный манго здесь. Пакет я кушаю. И у меня новая шляпа. Самая крутая на свете. Я так люблю качественные шляпы. И я думаю, что мне шапки просто идут. Они к лицу мне. Так что я очень рада. И на улице 26 градусов. Так что жара практически. И я потею. Красота. Нью-Йорк. Соня жрет. Я проверила погоду, и написано, что 28 градусов сейчас. А должны быть грозы, прямо когда мой самолет будет улетать. Причем я сейчас немножко опаздываю в аэропорт, потому что у меня самолет отправляется через 2 часа. Но, вы знаете, я как-то всегда рано прихожу в аэропорта и сижу там как дурочка, не знаю, что с собой сделать. Так что в этот раз я приду, ну, не поздно, но... Зачем блокировать дороги в Нью-Йорке? Я приду не поздно, но...
в правильное время. Я не могу сейчас дышать, потому что я выпила литр воды, и мне чувствуется, как будто мой живот какой-то, я не знаю, вот я хожу, и я чувствую, как у меня там вода находится в животе. Опять у меня куча споров на Инстаграме, ребята, под каждой фотографией моей. Okay. Под каждой моей фотографией всегда споры на Инстаграме, всегда. Про что угодно найдут ругаться. И читаю ли я мои комментарии в Инстаграме? Да, ребята, я их читаю. Иногда у меня крыша съезжает, потому что я их читаю. И там споры про ничего вообще. Вот из-за этого я люблю Нью-Йорк. Смотрите, фруктики продают просто так. Почему я не отвечаю на вопросы? Потому что иногда вопросы неинтересные мне отвечать. Или вопрос такой, который я уже отвечала 1000 раз. Например, меня всегда спрашивают, когда я выкладываю какой-то новый пост или на Инстаграме там что-то выкладываю, всегда спрашивают, откуда платье, откуда рубашка? На моем блоге всегда есть ссылки на все вещи, которые на мне одеты. И на Инстаграме я всегда отмечаю бренды, которые я ношу. Так что на такие вопросы я не... Просто у меня нет энергии и времени отвечать на такие вопросы. Ливень начался, как только я вышла из метро, и я все промокла, ну немножко высохла. Сейчас я бегу просто такси ловить. 1:50. Окей, короче, я опаздываю. Ну, опаздываю и нет одновременно, не знаю, как объяснить. Но я кушаю горох. Прошлым летом я просто влюбилась в горох и вишня. Я ела их время. Я ела их одновременно. И они были очень вкусная летняя смесь. Этот горох органический. И он обалденный. Потому что органические вещи более сладкие, более вкусные, мне кажется, потому что они... Не знаю, что это. Короче, сейчас проверяем квартиру последний раз, если я все взяла с собой. Я думаю, что взяла. Все взяла, кроме компьютера. Ну, кому нужен компьютер? Что там? Ребята, я уже в Торонто. Проблема была в Нью-Йорке, потому что там ливень шел просто ужасный, тропический. Я вам показала видео, и просто там не водопад, как затопило аэропорт. Короче, был ужас, и было 16 самолетов впереди нас, так что мы ждали 2 часа в самолете, чтобы просто лететь. И сам самолет болтался ужасно, потому что там был дождь. Но единственная вещь, что меня спасла, это то, что у меня в чемодане находится хумус. Иногда у меня просто такое ощущение есть в голове, вот я могу себе представить, если что-то произойдет, да, например, вот, если меня подружка куда-то пригласит, скажет, давайте поедем вместе, не знаю, в Нью-Йорк, я могу сказать, да, поедем, но я могу в голове представить, я думаю, это просто логично, логичное мышление, что вот, да, это произойдет, и ты знаешь, что это произойдет, или ты думаешь, да, это классно, но я знаю, что реалистически это не произойдет. Но я реалистически знала, что я буду дома есть хумус, который у меня в чемодане, так что я знала, что я буду в порядке. Вот это, что меня спасло от паники и от стресса. Все деревья голые. Короче, зима здесь все равно. Круто, круто. В следующий раз я, наверное, полечу в Лондон, потому что я визу мою получила от модельного агентства. Увидимся где-то. Может, в комнате, может, нет.